Николаевна Александрова. Стихотворение «Весенняя уборка». Читает Давлетбаева Элина, 13 лет, город Салават, Республика Башкортостан. На конкурс labyrinth.ru. Когда от солнца растеклась серебряная горка, в саду апрельском началась весенняя уборка. И чтобы первая трава росла весною лучше, шуршит под граблями листва, растут сухие кучи. Была веселая метла, работе моей рада. Она с утра плясать пошла по всем дорожкам сада. Потом весенний дождь помог, умыл сады и крыши. Вот так в предпраздничный денек мать моет ребятишек. Дождем апрельским смыта грязь и ледяная корка. Как хорошо, что началась весенняя уборка.